Свежее асфальтное покрытие, обновленные инженерные системы и современное светодиодное освещение. Так теперь выглядит улица Гагарина в Реутове. Работы по ее благоустройству вышли уже на финишную прямую. Завершить преображение улицы планируют ко дню рождения муниципалитета. День города у нас 12 сентября в городе Реутов. Городу Реутов будет 80 лет, это юбилей. И к юбилею города мы в этом году стараемся завершить максимально большое количество улиц по благоустройству. К примеру, та улица, которую мы сегодня смотрим, это улица Гагарина. Это улица, которую мы делали совместно с НПО «Машиностроение». Выделялись дополнительные средства и предприятиям, и городом. В рамках реконструкции улицы Гагарина от памятника крылатой ракете «Метеориты» до проспекта Мира уже проложена новая ливневая канализация. Она избавит горожан от образования луж после дождей. Не оставят без внимания и выступающие люки. Их планируют оградить бордюрами и сделать ярче и заметнее. Это выступающие люки, они выступают специально. Это пожарные гидранты, которые сделаны выступающими для того, чтобы на них не нужно было наезжать. Сейчас мы их дополнительно огородим специальным образом, покрасим в красный цвет, чтобы люди понимали, видели и знали, что это пожарные гидранты. А еще на Гагарина изменят расположение контейнерных площадок для бытовых отходов. Жители не раз жаловались, что мусорные баки находятся вблизи проезжей части дороги. Теперь доступ к ним обеспечат с тротуаров. Кроме того, на улице планируют расширить поворот, а также убрать незаконно построенные гаражи. Взамен предоставят места на новой парковке. Ее введут в эксплуатацию уже на следующей неделе. Дарья Галакова, Алексей Золотарев, телеканал Реутов.